И второе, коротенькое. Вот, называется по первой строчке «Я вижу ангелов безликих». Я вижу ангелов безликих, в их окружении живу, среди простых, среди великих, я видеть ангелов могу. Они придумали пороки, чтоб ангельскую душу скрыть, но в помощь им идут пророки, чтоб помнить, суть чтоб не забыть. Они услышат те слова, что тронут ангельское тело, и закружится голова, душа поймет, за что терпела. И будет плакать 40 дней, как можно было все забыть, но видно Господу видней, нам остается всех простить. Спасибо, Юра.